На дорогах Люберец появились картонные дети. Фигуры школьников натуральную величину расставляют у образовательных учреждений. Необычный эксперимент для сокращения числа ДТП проводят сотрудники ГИБДД. Но помогает ли это повысить бдительность водителей, выясняла Луиза Егиазарян. Такие реалистичные манекены были изготовлены по инициативе управления ГИБДД Московской области в прошлом году. Макеты переходящих дорогу детей хранят в общеобразовательных учреждениях. В Люберцах такие есть в 16-й гимназии, в 4-м лицее. На днях своеобразный предупреждающий знак появился на улице Кирова. Я нажал на тормоз, но просто скользко ведь. Вот. И сразу увидел, что... То есть бросается в глаза. Да, вот да. Правильно, так и надо делать. Но если сохранить чью-то жизнь хотя бы одну, это уже будет эффективно. Выносить макет на пешеходный переход имеют право не только инспекторы ГИБДД, но и в случае необходимости сотрудники учебного заведения. Как правило, их устанавливают возле школ, расположенных вблизи от проезжей части или в местах большого скопления детей. Ну, на постоянной основе мы планируем проводить такие акции, поэтому мы просим отнестись с пониманием, быть внимательным. И если вы увидели вот такой макет ребенка рядом с пешеходным переходом, значит, здесь нужно проявлять бдительность и повышенное внимание, потому что здесь, возможно, место концентрации дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году на территории обслуживания Люберецкого ГИБДД в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 14 детей-пешеходов. Стоит отметить, что профилактические мероприятия, направленные на снижение количества травмированных, проводят на постоянной основе. Луиза Егиазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.